Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. И перед тем, как мы разыграем 10 штук пин-кодов на 10 дней Сиольки, покажу довольно интересный момент с одним из фамильяров. Но вы сами сейчас все увидите. Muddy hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. People and sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep or sleeping. Let us stand tall, ready for a fight, believe me. When they drag the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Честно говоря, Дашей это не самый лучший вариант, где можно использовать данного фамильяра. Идеальным, конечно, вариантом является это какой-нибудь разлом, призрачный, кровавый, неважно. Допустим, ты западник или пират, ты приходишь к котам, коты собираются, допустим, они уже подсобрались, там 20-30 тел есть, тебе этого вполне хватит. И здесь, конечно, подойдет больше всего класс чародей, а не фанатик, хотя им тоже можно, но чар лучше. Я же фанатиком бегал просто, чтобы показать принцип работы. Если до сих пор кто-то не понял, что я пытался донести этим видео, то слушайте. Во-первых, конечно, нужно, чтобы у вас в наличии был фамильяр Искра Солнечного Акиума. Соответственно, вызываем фамильяра, сами уходим в инвиз с помощью умения вскрытности, затем нажимаем ПКМ на само умение, чтобы оно автоматически смогло использоваться после того, как мы выйдем из инвиза, а из инвиза мы выходим автоматически, когда начинаем кастовать. Допустим, мы в инвизе подходим к какой-то кучке врагов, нажимаем какое-нибудь умение, в данном случае у меня это ледяной метеорит, я его начинаю кастовать, я выхожу из инвиза, который я нажал с помощью умения из ветки скрытность, и затем у меня включается умение от фамильяра, которое наделяет меня 5 секундами инвиза. И получается так, что никакого зазора между инвиза из ветки скрытности и инвиза от фамильяра нету, то есть умение от фамильяра срабатывает моментально, как только я начинаю кастовать. Ну а теперь давайте перейдем к самому уже розыгрышу 10 штук пин-кодов на 10 дней Сиольки. Я уже нахожусь на сайте, и сейчас нажмем старт и поехали. Первый победитель, напомню, 10 Сиолей мы сегодня разыгрываем. Небольших, но на халяву, я думаю, будет приятно, это Око. Хочу Сиоль, и ты ее получишь. Это первый победитель, сейчас первый победитель, поехали дальше. Так, сюда мы набираем, нажимаем. Абдулов Биборан. Неплохой ник, наверное. Не знаю, кто это, что это, но себе сохранил. Второй победитель и есть. Третий победитель Фенни Хиро. Есть. Далее. Четвертый. Арслан Аскар. Это четвертый уже победитель. Раз, два, три, четыре. Пятый. Пятый победитель — это PlakesPlay, или как это читается, не знаю, но похрен. Что-то не особо большой комментарий, но все же это написать комментарий я просил вроде бы любого. Так что принимаем. Так, Басим — это уже шестой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шестой. Уже подходим, в принципе, мы к концу. Джованни Форест. Джованни — это не отсылка к нику Джов, который стримит танки. Его иногда так называют Джованни. Ну ладно. Может быть, да. Так, я себе сохранил. 3, 4, 5, 6, 7. Восьмой победитель. И уже приближаемся мы к десятке. Это Данил Стародубцев. Показалось на секунду, что
Фамилия знакомая, ну ладно. Возможно, глюканула. Так, Валерия Любимова. Это у нас 9-й же победитель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, это я сохранил. Это 9-й и последний. Последний на сегодня победитель. Это Дон Мафия. Ну, естественно, куда ж. Как всегда, победителям нужно написать мне в ЛСВК. Мой ВК можно найти, перейдя на главную страницу Ютуба, и там будет ссылочка на группу. Ну а в группе, в самом низу, пролистав, вы найдете уже меня, собственно, ссылочку на меня, как автора. Пишите мне в ВК, и я после небольшой проверочки отдаю вам кодик на Сиольку. Все просто. Следующий розыгрыш с Сиолей будет, наверное, где-то через неделю, но там уже будет 5 штук, а не 10. Так что, кому интересно, приходим и принимаем участие, ведь за это, в принципе, ничего толком не надо. Всего лишь подписка на канал и оставить любой комментарий. Ну а на этом у нас пока что все. Не забываем прожимать лайки видео и подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить.